Если не брать в счет такие праздники, как Новый год, ну или, скажем, Старый Новый год, новоселье – событие, конечно, больше частное. Однако и это утверждение весьма относительно. Все-таки, ну как не порадоваться за тех, кто смог решить свой квартирный вопрос? Сегодня завод ЖБИ-3 проводит очередное плановое заселение в городе Брянске. Мы сдаем 8-9 подъезд первой позиции жилого дома. То есть сегодня фактически дом полностью у нас сдан, все 9 подъездов. 94 семьи сегодня получили ключи от своих новых благоустроенных квартир. А вместе с тем строители ЖБИ-3 предусмотрели все. Жилой дом полностью благоустроен. Во дворе даже установлена новая детская площадка. Что же касается самих помещений, в однокомнатных двух- и трехкомнатных квартирах по желанию покупателей сразу можно было провести косметический ремонт. Если кто-то хотел заселиться побыстрее, я думаю, сегодня вполне все оказались довольны нашей отделкой. Симпатичные обои, линолеум. Я думаю, все остались сегодня довольны. Одними из первых сюда, в новую многоэтажку, въедут Наталья и ее жених. Молодые люди вспоминают, как сложно было когда-то подобрать подходящий вариант. Рынок недвижимости в Брянске действительно очень обширный. Но в результате, перебрав десятки предложений, пару заинтересовал только ЖБИ-3. Удачно сошлись два самых важных критерия – критерий цены и качества. Большое преимущество ЖБИ в том, что как бы ведется чистовая отделка, и ценовые условия нас тоже, в общем, устраивают. Однако вместе с доступными ценами, качеством и внутренней отделкой ощущение праздника – собственникам квартир добавил розыгрыш подарков. Это тоже своеобразная традиция завода ЖБИ-3. А кого зовут Валентина Михайловна? А кто из квартиры номер 382? Поздравляю, холодильник ваш. При въезде в новые квартиры новоселам обязательно должны пригодиться эти бытовые приборы. Фонд розыгрыша очень велик и разнообразен. Начиная от современных домашних радиотелефонов и соковыжималок, заканчивая микроволновой печью и холодильником. Вот Алла Коровкина купила квартиру в ЖБИ-3, а вдобавок получила еще и плазменный телевизор. Минуточку у меня было такого... Ну, задумалась я, что ли, думаю, да, я посмотрю номер телефона, позвонила в ЖБИ, приехала туда, и с удивлением, вот, еще можно было выбрать номера квартир, и номера этажей, и какие балконы. Ну, вот так неожиданно получилось чудо, еще плюс еще и выиграл телевизор. Ну, чем не праздник, согласитесь, и ведь сюрпризов может хватить каждому. Получается, ЖБИ-3 не просто обещает, ЖБИ-3 реально строит. Виталий Угримов, Дмитрий Комаров, События, Брянск.